Всем привет! Настал новый сезон 2021 года, сегодня 2 марта, и многие уже выехали на дороги. Сегодня мы сделаем обзор ободов и покрышек. Это видео будет полезно тем, кто хочет поменять свои стоковые покрышки на велосипеде на более широкие, либо на более узкие, но не знает, как правильно подобрать покрышки под соответствующий обод. Вся проблема происходит из-за того, что существуют разные системы маркировки ободов и покрышек. По той информации, которую мне удалось найти в интернете, существуют три основные системы, которыми маркируют покрышки и обода. Это английская система, она измеряется в дюймах. Ее недостаток в том, что она не совсем точно дает показания. Французская система, она, ну, с нашей точки зрения, устарела. И система наиболее распространенная у нас, это ETRTO, она же система ISO, это European Tire and Rim Technical Organization, европейская организация по покрышкам и ободам. В нашем обзоре мы остановимся на самой распространенной системе ETRTO. Пример подбора покрышек предлагаю разобрать на стоковом велосипеде Kelis Fanatic 10, на котором до сих пор после 15 тысяч пробега стоит стоковый обод. Он отлично промаркирован. Давайте посмотрим ближе. Вот эта маркировочка. Мы видим саму маркировку ETRTO и цифры 622, знак умножить, 19. Мы разобрались с маркировкой обода. И теперь нам надо понять, как правильно подобрать диаметр покрышки, минимальную ее ширину, которую можно установить, и максимальную ширину, которую можно установить. Прежде всего, надо разобраться с диаметром покрышки. Цифры 622 показывают диаметр обода, и этот диаметр обода должен соответствовать внутреннему диаметру покрышки. То есть цифры 622 на ободе должны соответствовать цифре 622 на покрышке. Теперь давайте разберемся с шириной. Вот здесь немножко сложнее будет. Перед вами таблица, по которой можно определить в зависимости от посадочной ширины обода, какую покрышку можно ставить, минимальной и максимальной ширины. Мы определились, что посадочная ширина обода это 19 мм. Смотрим строку фиолетового цвета и видим, что минимальная ширина покрышки это 28 мм, максимальная ширина 60 мм. То есть, как вы видите, в данном случае обод этот позволяет достаточно узкие и достаточно широкие покрышки ставить на него. Что делает возможным, например, этот велосипед использовать с хорошими динамическими характеристиками и скоростью, если поставить узкие покрышки. А если поставить на него широкие покрышки, то можно спокойно гонять по лесу и по мягким грунтам и использовать этот велосипед как горный. На моем велосипеде стояла вот такая вот покрышка с маркировкой 44 622, то есть посадочный диаметр 622 миллиметра и ширина ее 44 миллиметра. Дальше я захотел поставить узкопрофильную покрышку фирмы Schwalbe, и вот ее маркировка: посадочный диаметр 622 миллиметра и ширина 28 миллиметров. Также обозначены системы измерения вот в дюймах, про которые я говорил, и французская система измерения. Но мы на них останавливаться сегодня не будем. Идея заменить покрышку стоковую на более узкую подтолкнула меня в моем велопутешествии из Киева в Лиссабон до мыса Каба-да-Рока. Веломаршрут составил 5200 километров. Нагрузка на велосипед была колоссальная. Вместе со мной велосипед с багажом весил порядка 140 килограмм. И покрышка себя показала замечательно. Я увеличил накат, было значительно легче крутить педали, чем на стоковой покрышке. Ну и сопротивление качению, соответственно, было меньше. Никаких проблем с торможением у меня не было. То есть она нормально ехала как по асфальту, так и по грунтовым дорогам. Имеется в виду те, которые нормально утрамбованы. Также иногда приходилось заезжать на дороги, на которых присутствовал песок. И я везде смог нормально проехать. Также на этих покрышках я ездил из Львова во Францию, в деревню Шамани, по Швейцарии. Весь этот веломаршрут занял около 2000 километров. И также на этих покрышках я проехал по Баварии, так называемый маршрут
Романтиша Штрасса, это 500 километров. Ну и вот до сих пор эта покрышка стоит на переднем колесе. Общий ее километраж уже 11 тысяч километров. Ну вот можно сравнить протектор новой покрышки и старой покрышки. То есть... А в следующем нашем видео мы покажем, как легко и просто можно поменять покрышку Schwalbe Marathon, потому что у многих возникают проблемы с заменой этих покрышек. Всем пока! Уверен, что это видео поможет вам в выборе покрышек, и удачного вам сезона 2021 года!